Да, я здесь. Какая гильдия качает?
А у кого-то микро не выключен, клавиатура сильно по ушам бьет. Сейчас переключу. Гариус наш болеет, поэтому в последнее время не видать его. Нормально. Поздно освобождается. Привет. Демон, ой, Делок не уточнил. 204-й. Не, мне писал слова двухсотые, пишет, я все могу, я все умею, щитму. Тагариус сейчас выйдет, он этот болеет, ковид молит. Я его позвала. Ладно. Потанчишь. Сова нужна, значит, да? Да. Он не выдержит, пишет. Плохо ему совсем. Ну, я не знаю, сейчас переспрошу, может. Кстати, на самом деле так, у меня на работе шеф тоже переболел. Один лестничный пролет поднимается, и у него уже дикая одышка. Такое ощущение, что он только что марафон пробежал. 15, да, 15 минут планерки, вот, и все, он тоже запыханный весь сидит. Что-то куда-то Олимп, Бигвар пропали, Ёж. А вот сейчас партизаны не признаются, где. Вчера, наверное, перегуляли. Да, Анита. Да, чё не. Ёж реально пропал куда-то. Поздний вытронулся. Ну куда он еще, наверное, позавчера тут точно был в игре. Да даже, по-моему, и вчера, наверное. Утром. О, туда. Блин, не успела. А, не успела. А, вот тут.
Нет, не успел остаться. Двести восьмая сова добавила. Вот бы еще в гильдию, а так. Что нам нужно? На пол? Нет, не нужно. Рога пишет мне, брать 206-го. По звуку зашел. Базука зашел. Тут не применим. В этом мире я главный. Кто-то смотрит стрим, что за дурачок мне пишет? Даже понять не могу. Не, он там еще мне понаписал всяк. Так, сидячку. Так, нам надо. Весна, что пойдет. Я еще лечу. Вот и ешь. Вот и ешь, да?
Напоминаю. Не могу пригласить члена другой группы. Всем привет. Войт мне привет. Здорово, Александр. Войт мне танчить, что ли? Короче, такая ситуация. Я могу потанчить, но босс будет так криво ходить, будете плакать. Ну, короче, если... Ну, если, короче, будут косты сбивать дыхание, я его буду ставить. Там ничего сложного, параллельно. Все. Окей. Мы возле камня стоим, мы можем сумануть кого? Мне нужна цель. Нет, не молчат. Может, в основной не зашла? Смотри, может, в другом канале. Да, Мамура здесь, братишка. Да, я тут. Да. Ну, в десятке убивал. Опять то же самое. Да. А что вы планировали? Беспардонно ворваться в мои владения? Использовать магию против меня? Я уже ему даю. Да. Рыбу. Сейчас я напишу прямо в чат. Так, сейчас кто-то еще есть. Thank you.
Так, Войд, давай повторим, смотри. Вы первую сферу сразу взрываете, в нее встаете, или, или первую вы не, ну, не встаете? Стой, это я этот слакала сейчас. Ван-мон. Тут маги без кулака, подожди. Все без кулака. А кулаки кто разбафал? Я не понял. Присягните на верность мне, и, может быть, я не уничтожу вас за вашу наглость. Мое терпение лопнуло. Рад вас избавиться! Я не могу прочитать это заклинание. От морды отбежать? Гринки забафайте? Кто там каску бафнул? Блядь, прям за боссом. Ты чё, ППС у всех прыгает? Да. Что-то вообще жесткие просады какие-то, блядь. Что такой момент? Вот, смотри, была, получается, сфера за левым крылом, да? Я его повел, начал оттягивать его дальше в трусы. Я правильно же сделал? Я ни разу не слезила.
Кто сильно присаживается? Трусов. Ты бы объяснил, кто первый раз, они, наверное, не знают, что тут делать. Так нормально или ближе? Рядом, в желтой звезде. Сейчас круз есть, наверное. Аня. Он мне показывает выход из боя. Мне тоже. Босс заявился. Красава. Красиво, блядь. И когда Гера, да, у нас висит 9 минут. Да. Я загрел. Да я хотел поближе подтянуть, а вы еще не убили звезду. Да что, косты не сбивают, что ли? Я встану.
Вон искра сзади подошла. Звезда. Крусит, ну. Она прям вон с правой стороны подошла в лапу. А чё, воет нельзя, чтобы ты понаешь? А чё? Я думал, мы сдохли из-за того, что повернули. Ну вот ты и встретился со своей глупостью. Еще один экспонат для моей коллекции. Меня не остановить! На Дживс есть кого у вас? Да, у кого-то был. Поставьте, пожалуйста. Да, Войт, можешь меня заменить, мне как бы не принципиально. Не-не, если надо ДД, можете добрать ДД, я пойду там дальше своими делами заниматься. Я изначально был сломан. Окей. Чуть-чуть. Нет, ничего не лучше. Поднимите меня, пожалуйста, кто-то. Я возле шарика. Спасибо. Все, чтобы вы отказ сбивали нон-стопом. Верно. Кулак Анту дайте, пожалуйста. Да, я пришла к вам. А чё при... Приставских бафов нету? Приставов. Нам ДЦ не хватает. Так бы не издыхали. Станки, но минуточку видите. Готово. Кружка идет.
Да, страшно. Я сам кинул. Да. Что звезды? Звезды, да. Со звезды видно, желтые. Да, баф обновите. Зачем вы вышли из купола, я не пойму. Вам надо было в куполе даже первым остаться. Да, мы перебежали. Зачем вы на дыхание вышли, ребят? У нас не так много вроде упало. Гаджет с ним припал. У меня вопрос к магам. Народ, а вы в курсе, да, что чуваки, которые прилетают вниз на дисках, с них можно баф, ну, спиздить, извините меня за выражение. Я просто у одного спер, и потом, когда менял таргеты, на двух магах висели бафы. У вас там, ну, очень сильно бустится скорость каста. Я не знала, но буду знать, спасибо. Там типа такого, как портала, баф такой висит, его можно украсть. Ребят, вставайте, тут бежать 3 секунды буквально. Ребят, а вы здесь первый раз, да, я так понял? Нет. Просто, видишь, половина... Ну, вы чуть-чуть просто по-другому делаете, усложняете себе жизнь. Я могу внести лепту, конечно, если это вам надо. Если нет, то можем травить.
Мамура. У меня ник. Ну, я хочу сказать, что вы, во-первых, искры не сводите. Перед тем, как давать Геру, слушай, перед тем, как давать Геру, нужно свести две искры. Хант, у вас есть хант в пати, я вижу. Он может просто своей агро заагрить сферу, ведет ее куда надо. Вторая сфера летит, сводит ее вместе, и урон уже на 100% увеличен. Во-вторых, танк, ты можешь подвести поближе к искре босса, развернуть его, чтобы мирики тоже попадали под этот баф. И в-третьих, даем Геру когда две искры. То есть это переход от первой фазы на вторую. Чем больше мы снимем, получается, дамага с босса, тем проще нам будет на третьей фазе уже. И можно убивать его и в 15 человек. Геру в воздухе, да, херачили. Ну вот попробуйте сейчас. Хант есть, ничего сложного нету. Он просто берет искру. Одно нормальное сделано. Ну, как хотите, делайте по-своему. Я вам предложил, ребят, проще. Не убивают гильдия. Не, я могу искру привести. Я понимаю, как это сделать. Просто главное, чтобы ее никто не трогал. Да давайте без экспериментов, если не делали, нахер надо. Задай, мы уйдем, еще раз зайдемся. Да. Кружочка. Давайте я приведу. Постарайся. Я приведу. Я веду искру. Все, погнали. Со звездочки. Yeah.
Перебежали. Там останемся. Пиваем. Ой, бля. Это я случайно, сори. Да-да-да. Креветочка пишет. Бой, ты заркинь? Да. Маны нет. А все есть. Нормально. Все. Пей метку. От стаков зависит. Вот и ваши благодетели появились, но слишком поздно. Сил, находящихся здесь, хватит, чтобы разрушить этот мир в 10 раз подряд. А что вы думаете, они сделают с вами? Отлетели все. А, я сейчас упаду. Самое интересное, когда сказали лететь влево, почему-то половина полетела направо. Просто либо это по приколу, либо люди не понимают, где лево, где право. Лечу.